Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас есть парочка турниров на выбор. Здесь просто мега жесть, здесь просто пахи-галозавры, как обычно, за баксы, а здесь у нас тоже жесть, но с усилениями. Да, ну и пойдем мы, пожалуй, сюда, потому что у нас есть возможность посражаться травоядными существами. Это всегда интересно. Так. И что нужно сделать? Нужно сделать... Можно взять, допустим, Апатича, Сигнича и вашу любимую Иоламби. Первое должно отключать усиление. Правильно я понял? Отключает мод вражеского существа. Да? То есть он не сможет своровать у меня усиление. Я, по идее, его смогу завалить за первый удар. Так, потом можно вот такое что-то взять. Чего у меня много? Так, ну у меня, да, особо такого ничего и нет. Еще вмешательство. Там, давайте так попробуем. А, то есть, блин, а что, я не могу взять прям уж? Ну так, давай. Так, я сейчас его должен пробить за один удар. Вопрос, кто ходит первый? Я или он? Я. Но у него будет два хода. Так, ну я отключу тоже его усиление, это хорошо. Он мне, по крайней мере, не пробьет сразу. Ну, на Апатича баллы тратить вообще неохота. Мы будем так чисто сидеть в обороне. И я вот так, кстати, так немножко придумал, как можно использовать этот бесполезный усилялку, вот эту, которая бьет сквозь щит. Если ты тупо бьешь столько ударов, сколько у него в щите, это бить на один. Это тупо бить на один. Когда у противника там 1-2 в защите, вот да, можно бить на 1-2, они пройдут. Но если ты бьешь 3, то один проходит, ну вообще тупо. На все 6. Отлично. Так. Ну сейчас я его легко за 2 удара продемажу. Три поставлю, чтобы меня скафагнат часом не пробил на 2. Так, ну, может на нем получится проверить. Но вряд ли. Не, пожалуй, я просто сейчас его проатакую на максимум, да и все. Ну, пройдет просто 5, блин, а сквозь щит ничего не пройдет. Если ты бьешь больше. Это тупо. Так, вот так. И давайте заглянем сейчас в вольер раптором. Я вот эти вот усиления использую. Вот здесь вот. По 800, короче. Максимальная цена усиления такого получается 1 800 000. И все, я тупо тут кручу рулетку. Но вот клон не попадается практически. Или, подождите, или сколько миллионов? Сейчас посмотрим, сейчас мы дойдем до максимального значения. Я тут каждый день могу эту рулетку выкручивать в ноль. Попадается всякий шлак. Вот этот бесполезный, вообще бесполезный. Так, а ну, 2,4 миллиона. Дайте мне клонов, пожалуйста. Так, 3 миллиона, подожди, до скольки там доходит? Миллионов. О, ну хоть набор попался. Тут, тут клон хоть будет. Блин, ну шляпа одна попадается. Ну
Может, что-то до 8 миллионов доходит? Ну, блин, удар на стоит тоже такая фигня, малополезная. Безобидная, но и бесполезная. А вот клон, это шедевр. Ах, опять пронзающий укус. Так, 5,8 миллионов. Снова альфа. Так, 6. Ну, до 8, значит, дойдем. А снова альфа. Снова барахло. Снова барахло. Блин, ну хоть бы клон раз. Мне вот в прошлый раз я крутил рулетку, мне тоже клон ни разу не выпал. А, он тут типа супер редкий, что ли? Он серенький. Единственное усиление здесь серенькое. Ну да, вот 8300 это максимальное число. Максимальная стоимость одного оборота рулетки. Наконец-то. Наконец-то мне попался клон. Но это все из-за того, что ты поставил лайк под этим видео, это точно. Иначе бы не попалось. Мы все в ноль сейчас потратим. Сколько здесь этих клонов, и по два идут, и, блин, и мне не попадаются. Блин, ну капец. Так, здесь просто здоровечко. Ну, блин, это даже не интересно такое крутить. Давайте, ладно, потратим оставшиеся деньги. До скольки здесь дойдет цена? Да, пару миллионов. Но все равно запас усиления нужно пополнять. Тут нужно будет зайти еще в гости, в гостевой аккаунт нашего админа, модератора. У него там должно быть усиление много разных. Так, полтора лямчика. Ну еще вот один разок крутанем. Лучше бы командное здоровье, конечно, попалось. Ну вот, в общем-то, деньги у нас закончились. Мы идем, нажимаем волшебную кнопку. И у нас почти все восстановилось. А почему не все? То есть я что-то уже до этого момента собирал, что ли? А, я нажимал на вот эти вот, да? Ладно. Ну, так вообще-то все восстанавливается. А мы идем дальше. Так-таки так. У нас продолжаются травоядные. Ну, давайте. Возьмем тебя. Не, вторым нужно брать вот этого парня. Вот тебе альфу, тебе наверное нет, давайте вот так, а тебе просто какое-то усиление или ослабление, давай, ладно, ослабление.
Так, ну и он себя тоже подусилил. Можно разок ударить. Один удар мы, по идее, выдерживаем. Правда, не помню, сколько гиганоцефал у нас там бьет. Он сейчас подменится. Два удара. Ну, выдерживаем мы. Посидим в обороне. Вот и вот сейчас бы он меня пробил, если бы у него стояло усиление со щитом. Вот, он бы меня пробил. На один бил, и ну, половина урона бы прошла. А если бы ударил бы на два, нет. Сквозь щит бы не прошло. Так, на все три. Проатаковал. Ну, Моностигатопс хоть и у него больше жизни, но он все-таки самый сильный удар. Наверное, его не стоило ставить первым, но то ладно. Ну, там идут птерозавры, то есть мы как бы справимся. Сигнозух должен выжить. Сила удара прекрасная, 7150. Отлично. Один балл у него остался, бью всего лишь на 2. Ребят, тупо бью на 2. Вот, раз, два, два, даже три поставлю в защиту. Вообще, тупо двумя существами справляемся. Без проблем. Хоть они и послабее. Но это легкие бои, когда идут однотипные существа. Ну, почти пробил. Ладно, давайте Пахича вызовем, раз такие уж дела пошли. Точнее, Стигича. Так, и что у нас там еще есть? А, в общем-то, это все, что у нас было, да? Закончились наши поединочки. Ну, закончились, так закончились. Тогда на этом все, ребятки, всем пока.